Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня посмотрим обзор порядкового второго набора в 35-м масштабе от российской фирмы AVD Models. ЗИЛ ММЗ-555, самосвал. Цена набора 2490 рублей. И только сейчас при заказе данного набора в нашем интернет-магазине iModelist вы получите подарки. Набор 3D-декалей от фирмы M-Boss. Набор окрашенных масок от фирмы SX Art. Комплект печатных зеркал и дворников позднего типа от фирмы G Models. А также скидку 30% на дополнение к этой модели. Длина модели составляет 15,6 см. На обратной стороне коробки можно почитать о прототипе модели и посмотреть фотографии собранной. А внутри коробки находится декаль, пленка имитации зеркал заднего вида, резиновые покрышки колес, металлический гидроцилиндр, литники с деталями, открытка, схема окраски модели и нанесения декалей и инструкция для сборки. На первом литнике находятся детали кабины машины, диски колес, пороги, выхлопная система. Пластик прям, ну, тяжелый, мне такой нравится, если честно. Нижняя часть кабины, задняя, крылья, потолок с двумя люками, капот, буквы ЗИЛ есть, идут отдельной деталью. Капот вариативно можно закрыть или открыть. Передняя часть для установки лобового стекла. Двери. Внутренняя обшивка отлита отдельно. Ручки, всякие фигучки, все имеется. Кресло водителя и пассажирское. Выхлопная система. Приборная панель. На нее есть декали. Части бампера и пороги. Диски колес. Покрышки в наборе резиновые. На втором литнике расположились детали кузова и ходовой части. Кузов приятный такой. Есть возможность на модели установить его аж в трех вариантах. Сложенным, поднятым и функциональным. Функциональный, я так понимаю, можно открывать и закрывать, когда захочется. Передняя и задняя его часть. Задняя, по идее, должна быть также рабочая. Раму нужно собирать. Гидроцилиндр. Есть еще и металлический. На третьем литнике присутствуют детали двигателя. Он есть в наборе. Детали интерьера кабины. Детали ходовой части. Зеркала заднего вида. Радиатор. Аккумуляторная батарея. Детали двигателя. Ну, он здесь прямо аж хорош.
Вентилятор охлаждения. Пластины выделены на рессорах. Щетки стеклоочистителей. Педали. Руль, естественно. Зеркала заднего вида. Бензобак разделен на две части. Крышка горловины отдельно, крепление к раме отдельно. Отдельно отлита передняя часть кабины, ну, морда в простонародье. И еще несколько деталей на отдельном литнике. Литник с прозрачными деталями, лобовое стекло, заднее и боковые. Много светооптики. На передних рассеивателях фар четко видна сетка. Семь резиновых покрышек колес. Отлично видны надписи на боковых поверхностях. Очень хороший протектор. Ну, естественно, что нет имитации нагрузки, а так очень даже. Металлический, рабочий гидроцилиндр. Пленка, имитация зеркал заднего вида. Декаль. Есть два варианта приборной панели. Несколько номерных знаков, как советских, так и российских. И надписи присутствуют. Винтажная открытка с ЗИЛом. Инструкция черно-белая, но она огромная. Рисунки просто огромные. Мне нравится даже. Даже слепую увидеть. Содержимое набора в начале этой книжки. Потом очень-очень и очень подробные шаги сборки. Даже на тройную скорость поставлю. Схема окраски модели и нанесения декалей цветная. Два варианта окраски представлено, но номерных знаков больше. Ну, то есть привязки к номерам и цвету нет. По набору это все. Теперь покажу подарки. Подарок первый. Фирменный набор цветных рельефных декалей от фирмы M-Boss. Набор включает в себя три варианта приборной панели, три типа номерных знаков и другие детали. Подарок номер два. Набор окрасочных масок от фирмы SX Art. И третий подарок. Комплект печатных зеркал и дворников позднего типа от фирмы GE Models. Ожидаем прямо на днях. Теперь пройдемся по допчикам. Рендеры опять же. 3D декали фирмы M-Boss. Коврик в кабину с узором линии. Цена 224 рубля. 3D декали фирмы M-Boss. Коврик в кабину с узором круги. Цена 224 рубля.
Набор декалей от фирмы АСК на ЗИЛ 130, 130Г, 130В1, ММЗ 555 на период СССР с 1965 по 1990 года. Цена 459 рублей. 3А Studio. Комплект оптики на ранний ЗИЛ плюс старый знак автопоезда в виде треугольника под раннюю решетку. Цена 366 рублей. 3А Studio. Комплект оптики на поздний ЗИЛ. Цена 366 рублей. Комплект для кастомизации. Маска противогаза на горловину бака. Плюс гидравлический домкрат. Цена 49 рублей. Фирма «Моя модель». Колеса с просадкой. О40БМ. 6 уникальных положений. Фирма GE Models. Цена 448 рублей. Колеса EN142B с просадкой. Также фирма GE Models. Цена 448 рублей. Конверсия на ЗИЛ 130В1. GE Models. 784 рубля. В комплекте сцепное устройство, бензобак, накладка на бензобаке. Решетка поздняя с утеплителем радиатора. Тип 1. G Models. Стоимость 224 рубля. Решетка поздняя с утеплителем радиатора. Тип 2. G Models. 224 рубля. Решетка поздняя с утеплителем радиатора. Тип 3. По той же цене и той же фирмы. Решетка ранняя. Плюс ранние дворники. G Models. Цена 336 рублей. Дальше фирма SXAD. Все, что можно в кузов напихать. Бочка 200-литровая. Тип 1. 6 штук. Тип 2. Также 6 штук. И даже есть третий тип. Теперь те же бочки, только мятые. Цена любого из этих наборов одинаковая – 686 рублей. Палета – 4 штуки, цена – 280 рублей. 40-литровая молочная фляга – 6 штук, стоимость – 350 рублей. Ну и под конец наборы красок. Набор из 3 акриловых красок под ЗИЛ 130, производитель Jim Scale. Цена 413 рублей. И набор из 3 спиртовых красок Jim Scale. Цена 483 рубля. На этом все. Приобрести самосвал ЗИЛ ММЗ 555 и получить подарки вы можете на нашем сайте itremodelist.ru. А я с вами ненадолго попрощаюсь. До скорой встречи, ваш я-моделист и я, Виталий Новиков.